Ну, это самое заявление турецкого переводчика, ввиду того, что мы не смогли его как-то корректно продемонстрировать. Внимание на экран. Переводчик Эрдогана совершенно случайно и, видимо, по ошибке объявляет о войне Турции и России. Ну, быстренько исправляется. Прежде всего, хочу отметить, что это приглашение является именно уже другим периодом между Россией и Турцией. Война между Украиной и Россией, ситуация, которая складывается в этом плане. И на фоне этого этот визит совершается, и ваше приглашение. Мы рады этому приглашению, и моя делегация рада этому приглашению. Вероятности вторжения...